Отличие, ведущее к успеху, кроется в психологии и навыках. И они оба необходимые навыки даже в меньшей степени. За эту неделю я поделюсь с вами массой стратегий, но сегодня в первый день будет больше о психологии. Я бы с радостью незамедлительно осчастливил бы вас стратегиями, и вы их получите. Но сейчас уделите ваше внимание психологии, и вы поймете к концу дня, почему. Когда люди будут делиться своей ситуацией, вы поймете, что хватка, удушающая бизнес, 80% случаев – это психология собственника. Удушающая хватка, мешающая расти и развиваться бизнесу – это психология и навыки лидера. Точка. Точка. И изменив эти два фактора, не забывая про навыки, навыки маркетинга, финансовую грамотность, рекрутинг, все эти навыки, они также обязательны. Но какой бы навык я вам не дал, ну вот, например, кто услышал что-то крайне ценное от кого-либо, наставника, коуча, тренера, и вас это вдохновило, но до конца вы это не довели и не внедрили. Кто так делал, скажи я. Послушайте, знание не есть сила. Действие кроет знание при любом раскладе. Моя задача сделать так, чтобы вы действовали, я не могу вас заставить, но могу привести в то состояние, где вы найдете в себе силы действовать, и это изменение будет, пожалуй, самым важным за ближайшие дни.